городская линейка по случаю начала учебного года прошла у стен Успенского собора впервые в таком масштабе. На площадке выстроилось около 700 человек – школьников и учителей. Был отслужен молебен. Ну а поздравил ребят с Днем знаний губернатор Олег Ковалев. Мы люди взрослые, и в этот день вспоминаем свою школу, свой первый поход в школу, свои линейки, которые происходили в школе. И немножко, может, даже грустим от этого, что это было, что это уже в прошлом. Я уверен, что наши дети, родители и педагоги готовы приложить максимум усилий для того, чтобы получить хорошее знание, чтобы воплотить в жизнь свои планы. А мы обязательно будем помогать вам в этом. В Рязанской области проводится большая работа по созданию условий для того, чтобы наши дети учились в хороших условиях, чтобы образование было доступно всем. Мы стараемся, чтобы школа была современной, чтобы в ней можно было получить качественное знание. Еще одним почетным гостем общегородской линейки стал председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Российской Федерации Андрей Макаров. Он также поздравил ребят с новым учебным годом, а тем, кто в этом году услышит свой первый звонок, пожелал чтить и не забывать своих первых учителей. Учитель – это миссия. Учитель – это служение детям, это служение своей стране. И кто бы что ни говорил, это самая прекрасная работа на свете. Спасибо вам огромное. И дай вам Бог благодарных учеников и достойной оплаты вашего труда. 1 сентября в школы области пошли более 102 тысяч учащихся, из них свыше 11,5 тысяч первоклассники. Завершилась торжественная линейка концертом лучших творческих коллективов. Первоклассникам вручили символические звонки, а в небо были выпущены шары в цветах российского триколора.